просто потом... Там головная придумала. Не держим. Я думаю, когда он уезжал, я обычно летали, эти все делать, они швейцарские. Шамблю! Марвин Ледимич Милдна Джасова Бон Бигвин Гюрзе. Офигас Блю, Рэд! Марвин Ледимич Милдна Джасова Бон Бигвин Гюрзе. Марвин Ледимич Милдна Джасова Бон Бигвин Гюрзе. Марвин Ледимич Милдна Джасова Бон Бигвин Гюрзе. Марвин Ледимич Милдна Джасова Бон Дайдасын Махмуджо Болу Тегерлан, Ташнабай Фенгер. По всем видам спорта 18-18 видео. Сколько человек сможет? Это только тренер там, представитель, все. Там много не лестно, вообще не снимут. Ну, у нас лицензия. Рот согласный! Именно команда определяет количество, да. Да, я думаю, количество лицензий определяет каждый человек, точнее, в каждом лице, видит. Нет, ну, по 3-4 лицензии. Нет, у нас будет, я так определил, примерно 10 в борьбе. А, общий. Да, я думаю, нет. 10 в борьбе, 3-3 будет в дзюдо. Две в плавании, одна в легкой. Один тяжелый ответ. Ну, я считаю, 18 лицензий. Это момент, что я положил его на два спортсмена, один тренер. Ну и там еще идет. На 18 человек можно добиться. Агрим Бечаклан, Махмаджо Тулу Тимирлан, Адамбирса, Ландаши Качнабаев, Эмиль Митереска. Это в районе 18. Дайдас, Укиев, Атай, Руслан Ландаши, Дайдас. Если учесть, что, естественно, мне Рамбек Шамил он хочет. Таким махом быть тяжелым он хочет. Главный старший тренер. Алмаз, Дина, Мелис. Выше голову! Это только на борьбу получилось. Выше голову! Поэтому в Олимпийском комитете сейчас это сказали, чтобы Мелис, Дина, все не надеялись. Первый год, когда на Олимпиаде в среднем стало, было время.
по времени одному шоу, а тут один. Зажил лоб, да? Выиграл. Дела два. Она же порога, у нее 10-0, там 12-2. Сейчас она или приемлемо зачем-то. Короче, да, борьба Время еще полторы минуты. Зачем вот это сделать? Два балла, блин. Она желает быть два балла. Но, блин, зачем им балла? Она не на зоне вот так полетит. Вербек не может, не чувствует там. Там же они в партере вышли за ковер, там ничего не было. Вот эта Иришка без медали осталась. Вы, кстати, еще у вас имели достаточно времени.